Привет всем! Сегодня мы приехали на дачу в 7 часов вечера, потому что днем была ужасная жара. Покормить своих нутряшек. Им, конечно же, необходима еда и купание. Из еды они в жару предпочитают свежую зелень. Пойдемте с нами кормить нут. Я покажу вам, как они купаются. Они нас уже встречают. Всей семьей. Ради зеленой травы они готовы на все. В траву залазят. Вся семья ужинает. Ради травы они готовы на многое, а ради воды на все готовы. Сейчас им будет мало места. Воду они любят больше всего на свете. Пускай купаются. А нам нужно идти кормить других нутрий. А теперь чистятся. Даже дерутся за воду. Ну, оставим их пока в покое. Этот у нас самый храбрый.
Только что здесь была драка. Вообще-то, внутри переносит жару намного легче, чем кролики, даже без воды, потому что это южноамериканский зверек. Пытаются уже вылазить. Но, конечно, употребление травы увеличится. Чем сочнее, тем вкуснее. По большому счету, нутрия может летом даже без зерна. Был бы и сочный корм в достатке. Но, конечно, для роста зерно не помешает. Оно у наших нутрий есть всегда. А вот здесь, в изоляторе, самые отпетые хулиганы. После изоляции они становятся смирными. Жарко очень, отдыхают. А вот здесь у нас парочка. Самец Марс и самка. Надеемся к осени получить от них щенков. Какой огромный самец. Вот так мы вынуждены кормить своих нутряшек по вечерам, чтобы не расплавиться. У кого есть вопросы по нутриям, так пишите в комментариях. Всем пока, до новых встреч. Нас еще ждет много интересных приключений и экспериментов. Очень красиво вечером смотрится гортензия в окружении дельфиниума и желтых ромашек. Просто красота!